Всем, друзья, привет! Снова у нас выходной, снова мы в походе. На этот раз отправились просто отдохнуть. Рыбалки эти все поднадоели уже, все равно клёва нет. В общем, выбрались мы на карьер, на котором всегда проводим подводную охоту. Вот, сегодня планируем подготовить место для охоты. Ну и там по ходу есть в планах покоптить сало. Взяли с собой большую коптильню. Разожгем костер. Есть у нас тут недалеко. Ну как недалеко? Дорог сейчас туда нету. Отправились пешком. Рома всегда хотел пару километров погулять пешком по лесу. Вот. Взял с собой лыжи на всякий случай. Ну вот сейчас пока идем по тропинке. Рома там сзади идет с санками. Я с рюкзаком. Вот, тропинка у нас уходит вниз к озеру. От озера нам придется уже топать. И, скорее всего, топать придется по сугробу. Сейчас посмотрим, какая обстановка на самом озере. Ну, а там, походу, километр где-то нам предстоит прогуляться. Так что, друзья, не переключайтесь. Сегодня формат будет немного другого плана. Посмотрим, что получится. Думаю, будет интересно. Вот, друзья, мы на водоеме уже. И даже тут вон рыбачок сидит. Сейчас попробуем до него пройтись. А как ты поворачивать будешь? А? Ты решил лопату доломать? Да мне пофиг. И санки доломать. Вот человек только с города сейчас въедет в это бревно. Сугробы, кстати, очень большие. Все, рой подков. А че она, блин, не туда поехала? Я сказал, сугробы большие. Я все время говорю, я тоже. Ух ты, смотри, какой. О! Кряк. Ну этот, что, грамм 400-500, наверное? 500-то нету, конечно, у него. Ну, нормально. Ну, вот видите. За что я это озеро люблю? Не, рыба тут, я здесь это... За красоту вот этой вот рыбы. Достанешь его, ну, да только, не знаю, поэмы писать, да? Ну, вообще, окунёк хорошо. Тихо, тихо. А на чё ловите? Да вот. А, мурмуш. Это у него этот, из-за того, что глубина, да, вылез так, да, пузырь. Ну, раньше я этих не знал. Ну, Уже не зря съездили. Уже ради этого можно. Ну чё, Рома от меня ускакал. Подошел я к рыбачку. Вот, как раз удачно подошел, на камеру вытащил отличного окуняка. Красивый. Но
глубина, конечно, 12 метров. Снега мало на озере. Одно хорошо, что нам пришлось не по сугробам топать. Он стоит, ждет. Наверное, материт меня. Кажется, застрял. Ну а как с рыбаками-то не общаться, не пообщаться. Надо быть в курсе всего, где что да как. Ну и кадр вот этот с окунем удачно получился. Чё? Знаешь, что это у меня матершинный слов. Сегодня самое тяжелое-то. Ну что, мы добрались до места. Здесь я уже много чего снимал. Сейчас разводим здесь костерчик небольшой. Почистим. Вокруг поваленное все. Разводим костер небольшой. Березы тут много. Можно на лето даже дров заготовить. И надо еще сделать нам сюда проход, потому что там завал идет, сложно пробираться летом. Вот, ну и разберем вот этот вот шалаш. Все повалилось. Посмотрим, что-нибудь, может, другое сделаем. Забыл я в машине гвозди, придется без гвоздей как-то. Есть веревка. Есть проволока. Так что будем сейчас что-нибудь делать. Вчера подготовил сало уже, я его в рассоле отварил 15 минут, сейчас мы его закоптим. Что, поставили мы сало, пусть коптится. Надеюсь, успеет скоптиться и не сгорит. Пальцы не отрубило. Вот контент был бы. Сейчас чуть с дровами разберемся, да будем тут на скамейку сделать, чем сидеть.
Да и вот этот шалаш, наверное, разберем. Почистим тут все. Приготовили сало, вот такое сальце получилось. Ну его на морозилку еще. А здесь у нас еще шкурочки. Оставил картошку печь, блин, спек, бля. Я нормально спек, она так и должна быть. Два уголька, блин. Сейчас будем себе стол готовить. Перенесли костер, а то что-то у нас не по месту получился. Сейчас дыма будет меньше. Готовим БПшку. Че? А хер знает. Не горит. Ну что, вот такая вот у нас БПшка получилась с мясом. Приправы никакие не ложили. Чисто тушенка. Так, ну что, расчистил я вот такой пятачок. Раньше был здесь шалаш. Его завалило. Весь сделан из березы был. Береза вся сгнила. Вот что с него получилось выбрать. В принципе, все высохшее. Можно на дрова использовать. Сейчас вот выстелил остатки пленки, которая более-менее такая. Сейчас их сюда выложу, чтобы они это сильно не гнили, не мокли. И сверху вот этой пленкой закрою. И все, снег спадет. Можно будет на дрова попилить и уже здесь начинать что-то интересно строить. Все уложил. Надеюсь, не раздует. Попозже уйдет все на дрова. Так, тут валежника-то хватает. Вон там он в лесу дров. Ой, в лесу. На воде дров-то немерено. Наверное, можно это, лесовоз набрать. Ну ты что, ничего не делаешь? Делать что? Пришел тут кумарить. Ну что, все, у нас поход закончился. Закончился наш стрим. У нас тут уже чайки прилетели. Ну, в прямом смысле. На, высоко летают, орут. А воды нету открытой. Куда они прилетели, хер его знает. Вон там он мужичок уже подошел к нам поближе. Наверное, думает, рыба за нами идет. Сейчас пойдем на обратном, посмотрим, что он поймал еще. Ну а мы уже собрались. Вот так вот у нас загрузка, костер у нас догорает. Дрова все уложили. Сейчас вот эти еще две чурки туда закинем. Ну и все, и в дорогу. Так что вот такой вот поход у нас получился. Особенно ничего такого снять не удалось. Отдохнули, покоптили сало, подготовили место под что-то новое. Летом будем сюда приезжать, нырять, охотиться на подводной охоте. Вот. Ну и по металлу, может, что-нибудь поищем по этому берегу. Место такое нехоженное. Еще хотел поднять дрон сейчас на обратном пути, но что-то ветер этого не хочет.
поднялся сильнейший ветер. Не знаю, буду я поднимать дрон. Рома обиделся, сидит обиженный. Подписчиков мало. Подписчиков мало. На стрим никто не зашел, не посмотрел на него. Вот. Ладно, на этом все заканчиваем. Всем до новых встреч и пока. Чего больше не повезло? Там, на том месте? Везде. А, потихоньку. Десятка лунок набурил. Там набурился. Ну такие не крупные, да? Там 150. Ну понятно, что.